замечательные традиции в нашей стране, поздравить вас с самым весенним, самым жизнеутверждающим праздником, Днем 8 марта, Международным женским днем. И, конечно же, в эти дни все мужчины испытывают особое чувство благодарности к своим матерям, к своим любимым, к своим дочерям, а кому повезло, и к внучкам, и к правнучкам. Благодарность за то тепло, за то счастье, которое вы дарите нам каждый день.